Вы смотрите «Мытищинские новости». Смотрите их каждую неделю с коллегами и друзьями. И вам будет счастье! Коля Степанов не смотрел наши новости. Ему было некогда, потому что он все время скрывался от военкомата и был не готов защищать родину. Он даже себя от комаров защитить не мог. А Андрей Воробьев новости смотрел и знал, что мытищинцы служат спокойно. Кто в Таманской бригаде, а кто на тральщике Иван Голубец. И никаких войн и конфликтов не предвидится. Поэтому он решил, что в армию обязательно пойдет. А дед Андрея, ветеран-фронтовик, с радостью и гордостью поддержал решение внука, потому что мужчины в семье Степановых всегда готовы защитить свою семью и свою родину. А это счастье! Владимир Петрович не смотрел наши новости. Все свободное время он посвящал поиску информации про метро в библиотеках и в интернете, писал проекты и чертил схемы, а потом рассылал их по всем инстанциям с требованием обратить внимание на транспортную проблему и заняться вопросом проведения метро в район. А Марфа Васильевна наши новости смотрела и знала, что планы и схемы строительства метро в районе есть уже давно. А в конце 2011 года районные власти достигли договоренности с московскими властями и принято решение по строительству метро в районе к 2015 году. Она узнала, что метро пройдет как раз недалеко от ее дома, и она сможет добираться хоть до станции Мытищи, хоть до центра Москвы быстро и удобно. А это же счастье! Гарик комок боли предпочитал все американское. Одежду, музыку, фильмы. По американским фильмам он и историю учил, а наши новости совсем не смотрел. Поэтому, когда 4 мая друзья его позвали принять участие в акции «Спасибо», а 9 мая на импровизацию ко Дню Победы, он не понял, о чем речь, и отказался. «Ведь это совсем не 4 июля», — подумал Гарик. «Какой уж тут праздник!» И отправился смотреть очередное американское кино. А Иван Богатырев хорошо учил историю в школе. А еще регулярно смотрел наши новости и знал, что мытищинская молодежь готовит сюрприз для ветеранов ко Дню Победы. Он с радостью поучаствовал во всех акциях. Сначала вместе с друзьями встал в слово «спасибо», а 9 мая, переодевшись в форму советского солдата, фотографировался с ветеранами в парке и раздавал георгиевские ленточки. В ответ он услышал 1000 спасибо и увидел слезы радости на глазах фронтовиков и их внуков. А когда слезы радости, это же счастье! Жить в Мытищинском районе – счастье!